Смерть из-за макаки. Король Греции Александр I погиб из-за макаки. Во время прогулки короля по территории дворца произошла драка между собакой Александра, немецкой овчаркой, и гибралтарской макакой, принадлежавшей одному из его слуг. При попытке разнять этих животных другая макака несколько раз укусила царя за живот и ногу. В раны попала инфекция, и у короля развилась очень серьезная инфекция. Король умер спустя 23 дня после нападения.